Оперативники нашли хозяина, спрятанных на чердаке боеприпасов. Однако призвать его к ответу не получится. Мужчина скончался несколько месяцев назад. Напомним, в августе коммунальщики обнаружили на чердаке дома коробку. Внутри находилось 18 тротиловых шашек, 110 патронов и детонаторы. От такого арсенала взлететь на воздух могла вся округа. Мы с мужем быстро собрались, вот взяли документы. У меня машина около подъезда стоит, быстренько машину от подъезда отогнала. Потом начали спрашивать, говорят, что якобы мощное взрывное устройство. 60 человек эвакуировали из здания, находку увезли на полигон. Выяснилось, хозяином боеприпасов оказался 52-летний военный. Возможно, мужчина незаконно вынес оружие с базы и спрятал его на чердаке. Однако воспользоваться арсеналом не успел. Криминальный склад обнаружили, но уже после его смерти.